блядь. О! Ты сейчас, блядь, опять сползет! Съезжай, нахуй! Съезжай, блядь! Что за трактор такой, блядь? Какой-то импортный, да? Хватит. Хуй знает, что за трактор, блядь. Это автобус рейсовый, ну. На гибе, наверное, блядь. Сгружаемся. Ручник-то не поставил, блядь. Давай! Давай. Чуть сюда. Ещё. Оп! Все, без остановки, давай. Так, пиздец, надо варить нахуй. Все, ебаный в рот. Все нахуй, блядь, отломилось, блядь. Это ничего не решит. Да постой, сколько волка не корми, у ишака все равно хуй длиннее. Он у него картошку собирает, что ли? А к тебе-то он что подъезжал? Звал тебя, что ли? Дальнобойщики по рации. Сейчас говорят, что 30% зарплату убавят им. Все, Путин прошел, хуй у тебя 4, у тебя сколько? 6 лет, да, по-моему, сколько? Да. Какая хуразин с Путин, блядь. Правильно он человек говорит. Под утро. Похуй, блядь, придет нахуй. За Путин, блядь. Ну, дай бог, нихуя ничего, блядь. Как?
Я хоть нахапался, блядь, а где нахуй по новой начнут хапать? А это все мало их хапает, блядь. Друзья, нет, ребята, вы не правы, блядь, если вы не будете нахуй. Там здесь их вы начали разговаривать. Там, на Путина, блядь, молятся нахуй, что он им, блядь, такую жизнь создал. Ты посмотри, ты что, блядь, в России творится? Куда не суйся, нахуй, везде черные, блядь. На север ехать, в Сибирь ехать, в Москву ехать, в Краснодар ехать, в Сочи езжать. Ты к ним поехали, нахуй, туда, блядь. Они, нахуй, тут хозяева, блядь. Уже нахуй не простые работяги, блядь. Вон в Сургуте выгружался летом, блядь. Подрядчики нахуй турки, а арабы эти, блядь, таджики нахуй. А русские нахуй глину месят. И к чему это все идет? К этому все и идет. Куда же все нахуй? А? Нас зажимают, блядь, до последнего. Вот с татарами 300 лет были, нихуя не сдохли. Так что под этими будем 300 лет там. Ну, сука, нас никто не победит. Если война за них победит, нас так морально... Так, блядь, ну вот, блядь, смотрите, воевали с немцами, а сейчас же, блядь, говорится, и весна приходит, блядь, мы им, пожалуйста, купи нас завод, только плати нам деньги, мы на тебя будем работать, блядь. Сами, нахуй, отдадимся, какая война, блядь, о чем разговор? Приезд закрытый. Ребят, все это до поры до времени, у всего есть конец и край. И эта хуйня все равно рано или поздно кончится. В любом случае, так или иначе. И тем, кто вам, блядь, в Москве, блядь, стреляют похуй. В Омске, блядь, тут стреляли. По 1000 рублей, блядь, он сразу выписали и все нахуй. А ты попробовал один, блядь, в Рулейске подыми. Тебя, блядь, порвут нахуй на части. И хуй тебе ты за свободу когда выйдешь. Да? Ну, по вагону и нормально,
вон от велосипеда педали и крути нахуй, да? Каждому эту зато, как она, блядь, ручками там, блядь, я скажу. Резину в руки, блядь, и вперед. Ой, это самое, блядь. Если мы все на железную дорогу перейдем, сука, там тоже будут руки, пешку, блядь. Ты правда. Эгоистики, блядь. Да, пробок не будет, эгоистики бедные ставят, обанкротятся, блядь, и даже проститутки выйдут нахуй работать на железную дорогу. Заезжает второй трактор, блядь. Темень, блядь. Пиздец, нахуй. Хули, не видно нихуя. Куда он? Чего, блядь, там? Фонарик есть? Вот уже выехали с Клевакина. Время без 10:10. Да. Выходим на Богданович. До Барабинского переезда. Время 20 минут 11. Формировавшийся два столетия. И навыки его, и привычка. Добрались до поворота на Первомайский, блядь. Время 12:30. Глаза, блядь, слипаются, башка заболела.
Сергиевский. Время без 15 час. Где кто, блядь, хер знает. Да. Погружаться, блядь, все равно, наверное, здесь надо. Мелочи, блядь. Похуй. Давай не крутись, просто езжай и все. Просто езжай прямо и все. Все. Разгрузились. Все. Разгрузились. Время. Час ночи. До дома ехать 200 километров ровно. Так, сейчас у нас уже пройдено 691 километр уже, 17 часов работы. Солярка. Че, блядь? 320 литров съедено, 46 средний расход. Выдвигаемся. Чё тут, блядь, за моргание? Богданович 10 километров, время 20 минут третьего, будем заезжать постоянно.
забиты, блядь. Тойота, видишь, белая, блядь. Тюнинговая. Ладно, будем ложиться спать. Со спутниками установлено. Это я, блядь, поспал, нахуй. Время без 29. Спал вот здесь, блядь. Не доезжая Богдановича, километров 10. Заводим. Зяках еще, блядь, ходят на старых. Вот проезжаем этот поворот на Барабу, блядь, и вчера ночью уверен, заворачиваем. Проезжаем через ночь, время 20:10. Уходим на ЕКАТ, 20:11. Туристические агенты там подобные. У тебя есть? У меня есть постоянный парикмахер, постоянный стоматолог. Примерно так же неравнодушному человеку, интересующемуся политикой, нужен свой постоянный парикмахер. Вот и будут такие люди. Кстати, были соответствующие тексты у блога, что вот прежде всего их нужно поддержать, а не тех, кого мы знаем по телевизору. Первая цитата тебя, я убедил в обратном. Вот все-таки нужно делать насильно. Может быть, не все их взгляды достойны поддержки. Но мы не серьезно говорить. Если вы не так обращаете, что координационный совет должен стать более серьезным, отправлен сигнал, дождь уже включали два раза во время дебатов, тщательнее надо...
руки замерзают, что ли, они постоянно опять снимают уже. Мне известно, это технический. Мои месяц, блядь. Прибыли на базу, блядь, поставили под сварку ее. Или вот тут хуйня это. Анджабио! Обратно мы! Анджабио! И сюда! Таджикский не понимает, блядь, по-русски тоже, но. Так, время. 11 ровно. Смотрим, блядь. Пройдено 918 километров. 21 час работы. Так, по солярке. Ну чё, блядь. 411 литров съедено. 44,89 средний расход. Все. Работа закончена.